Здравствуйте, дорогие зрители канала Куплю Интернет и читатели сайта Куплю Интернет. В сегодняшнем видеообзоре мы посмотрим роутер, который называется Zixel Kinetic Lite. Сделан он специально для России, а может, не только для России, но куплен он в России в магазине Видео. Видео, извините. Со скидкой 50%. Обошелся он в 1000 рублей после скидки. Замечательная цена для такого чудного устройства. Коробочка, кстати, полностью русифицирована, все на русском языке. Видно, что сделано специально для России. Состоит он из такого вот талмуда с инструкцией, с диском и т.д. и т.п. где можно почитать обо всем этом. Собственно, сам роутер, провод, блок питания. Неплохого качества. И антенка, чтобы радостно раздавать всем интернет, кто в пределах этого роутера. Zixel. Спасибо за внимание. Удачного интернета. Всего хорошего.